О, горил. Набью. Тяжеленький. Красивый вот этот. Какой-то весел, веселье. Ну да очень весел. Такие листики, это классно. Угу. Капусту высадить. Базилик. Он, видишь, да. Зеленый, фиолетовый. Тоже его так пучками можно. Видишь, смотри, какой красивый. Зелененький якофюр. И червоный рубин. Вот хороший. Капусточка. Уже надо ее высаживать, потому что вот это начинает гниться ствол. А черри уже подвязываю, потому что они уже падают. Это черри. Классные. Шиня. Что надо тюльпаны обрезать, когда отцвели. Дуже багато. Очень много, да. Кормушку скинули. А, тут мені насипали. Не всегда есть корм. Не всегда накормлены. Самая вкусная вода в курятнике. Пошли, выходи с курятника, быстро. Кс-кс-кс. Не напьется, молоко, налито молоко. Полуниця, котру я викладала відео, як ми робили ці грядки, чудово перезимувала. Нічим ми її не вкривали. І чудово квітне. Треба тільки прополоти трошки. Порвати тут бур'яни. Доглядати за такою грядкою досить зручно. Прополоти таку полуницю не складно, але є й така біда. Хрущі під'їдають. І тут же нічого не зробиш. Зиму перезимували, навіть почали квітнути такі кущики, а хрущ під'їв. Шкода. Але таке теж є. Це погано.
гарні такі кущики. Висаджуємо горох. Какую прокладочку? Как Вова правильно здесь сложил? Красота! Слушай, это все междурядье может. Так. Oh.
ластівка сидить, перелякалась. Десь, напевно, є гніздо. Тюльпан айскрім дійсно нагадує морозиво.